God, guys, thank God. What took you so long? Все пошло не так. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого хрена? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое? Может, он забрал Джоша в шахту? Я был там. Это жуть. В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтеры остались внутри. Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Нет, я не могу. Господи, нет. Ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь.
Чтоб я сдох, не верю своим глазам. Охренеть! Прости, старик. Черт, черт!
Где ты? Черт. Какого? Что? Когда же это кончится? Господи! Это какой-то кошмар. Ладно. По очереди! Меня хватит на всех! Иди сюда. Не бойся. Ладно, дружок. Мы с тобой еще увидимся. Ах!
Не тормозите, надо искать Майка. Идем. Эй, я тут хромаю немного. Вам лучше идти без меня. Нет, Крис, мы тебя не бросим. Пойдем вместе. Ничего, Майк подождет. Наверное, Майк за собой закрыл. Придется искать другой вход. Сюда? Может, попробуем? Ну, другого выбора у нас, похоже, нет.
Честно говоря, мне совершенно не хочется туда лезть. Ну, кто первый? После вас. Неплохо. По этому тоннелю можно пройти в лечебницу? Конечно. Куда еще, по-твоему? Я знаю, ты ранен, но надо идти быстрее. Я пытаюсь, Эш. Эй, люк надо закрыть, да? А? Ну а вдруг нас преследуют? Да, ладно, закрывай и пошли скорее. Ты тогда догоняй, ладно? Ага. Там. Слышишь? Джессика? Это ты? Это невозможно. Джессика. Джессика, это ты? Боже.
Наконец-то, я уже думала, не выберусь. Слава богу. Вон, смотри. О, прекрасно. Лестница сломана, нам туда не забраться. Нет, мне кажется, у меня получится. Это как скалодром. Дальше я одна. Встретимся потом в доме, я пойду за Майком. Удачи!
Вот так. Ну, давай, ты же можешь. Куда Эй! Пожарим.
Ну, ты как? А как ты думаешь? Жива, как минимум. Теперь найдем путь в логово этой твари. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого хрена? Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Есть, есть. Давай, давай, пошли. Беги! Теперь найдем путь в логово этой твари. Этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уже очень тупо. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь! Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. Что? Нет. Нет, 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 нет. Нет. Нет, нет. Нет, 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 не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Извини. Вас нет! Заткнитесь! Нет, вас нет! Ты еще не готова. Ты нами манипулировал. Ты просто трус. Мне нравится. Мы хорошо пройдем дальше. Буду вас слушать. Что ты чувствуешь? Показывать. Я больше не буду вас слушать. Время Джоша истекло. Ладно. Ладно. Время истекло. Я верю вам. Я вам верю. Джош! Нет, нет, нет. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет, 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 только не это! Совсем одни. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите! Оставьте меня в покое! Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Нет. Почему оставил умирать? Хотел вашей смерти. Клянусь. А! Oh!
буду вас слушаться! Нет! Ты этого хочешь? Нет! Нет! Зачем вы это делаете? Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джош? Вас нет! Ты хотел вас нашей смерти! Нет! Я как-то не ожидала, что эта тварь настолько уродлива. Да, я заметил кое-что странное. А что? У Вендиго был шрам. Я такой видел. В каком смысле? Я видел старые фотографии. Там был парень с таким же шрамом. Он превращался в Вендиго. Гонишь? Один из шахтеров, попавших под обвал в 50-х. То есть этой твари уже лет 80. Минимум. Да, прыткий старикан. Они там всех убили. Кучу народу. Они? То есть там есть еще? О, да. Сколько? Много. Кажется, оно рядом. Логово. Ты уверена? Не уверена. Просто стало как-то не по себе. И мне. Нет. Гоп. О, черт! Пальцы онемели. Погоди, я думала, глубже не будет. Я этого не говорила. Я сказала, можно заходить. Ну, типа, акул нет или все такое. Акулы? Класс. Спасибо. Становится глубже. Да. Точно. Так, так, так. О, эй, уже помельче. Еще немного. Ради бога, не каркай. Давай, давай. Все уже. Нет!
тошнит. Стой, 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 стой. Я что-то видел. Вы Джош. Вы не можете мне приказывать. Вы Джош? Больше не будете мне приказывать. Не надо больше мне приказывать. Ладно. Ладно. Я верю вам. Я верю вам. Я вам верю. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Майк! Джош! Привет! Только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да, да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем, встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ.
тебя нет! Господи, ладно,
Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Делся Джош. Он унес его. Господи, жуткая смерть. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? И как, по-твоему, мы выберемся? Стараюсь об этом не думать. Нет! Бежим! Бежим отсюда! Скорее, скорее! Скорее, уходим! Беги! Ой, черт!
Thank you.